Безопасность – это жизнь. В 2018 году уже 7 детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. В 70% случаев по вине взрослых. В преддверии Дня защиты детей сотрудники МЧС и ГАИ Мирного провели акцию для учащихся школы номер 7. Ребята показали знания правил дорожного движения и умение оказывать первую помощь. Автогородок открылся 3 года назад. С тех пор для школьников здесь проводятся занятия по основам безопасного поведения на дороге. Те, кто сегодня участвует, они учатся всего лишь навсего в 6 классе. Но несмотря на свой юный возраст, у них уже достаточно такая хорошая база. Они очень много чего знают, очень много чего умеют. На уроках уже все, что сегодня мы будем у них спрашивать, все, о чем сегодня будет говориться, они все это должны уже знать к своему юному возрасту.